Здесь также уже стервятники летают над этим полем. И очень символично все происходит на фоне заката. Да? Вот этот разгром и закат красный. В Ночь искусств музей и образовательные учреждения Оренбурга предложили горожанам множество разных активностей. В этот вечер можно было посетить выставки, выступления, лекции и мастер-классы бесплатно. Например, в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской учили создавать изделия из бумажной лозы. Есть основы техники плетения, допустим, веревочка в 2 трубочки, нужно правильно начать ряд, ну, закрывать ряды. То есть веревочка в 3 трубочки, ситцевое плетение, но оно более простое, более воздушное. Это изделие все равно получается из дерева, они экологичные. Непрочные, вот, то есть вы можете постучать, это как дерево, то есть они специальными пропитками для дерева, покрываются лаком тоже, который идет для дерева. Они прочные, безопасные, экологичные для детей, ну и функциональные. То есть его можно помыть, с ним ничего не будет, также потом пользоваться им. Также на площадках в Ночь искусств можно было найти и уникальный выставочный материал, который изготовили сами оренбуржцы. Здесь представлены фрагменты коллекции, которую сделали студенты Оренбургского государственного университета, кафедры дизайна, специальности дизайн костюма. Это реконструкции исторических костюмов русского дворянства и боярства времен 16-17 века. Мы находили в источниках исторические оригиналы этих изделий. И мы искали ткани наиболее похожие. Это серьезная работа, которая требовала серьезных вложений, времени и средств. В Оренбургском губернаторском музее прошло интерактивное занятие «История оружия». Сотрудники предметно рассказали гостям о выдающихся разработках кузнецов и оружейников. Это не экспозиция, это фонды. И вот в таком виде в музее хранится вооружение. Здесь не все, что у нас есть, но большая часть того, что есть у нас в музее. Большая часть, конечно, это вооружение 20 века, огнестрельное, холодное, но есть и более старинные образцы, есть мортиры 18 века, пушка есть 18 века. Всего на мероприятии «Ночи искусств 2023» побывало свыше 58 тысяч оренбуржцев. Больше об этом событии расскажем в проекте «Оренбург культурный» в среду в 19:00.